Необычное ДТП в немецкой коммуне Поппенгаузен. Припаркованная у сельской ограды McLaren Spider покусала осел. Животное повредило элементы кузова. Ремонт люксового спорткара оценили в 30 тысяч евро. Большую часть расходов покроет страховка, а 5 тысяч придется заплатить хозяина фитуса. По мнению специалистов, осел мог McLaren принять за гигантскую морковь из-за ярко-оранжевого цвета автомобиля. Отмечу, стоимость такой машины начинается от 300 тысяч евро. После инцидента полиция земли Гессен выступила с призывом к автовладельцам не парковать железных коней рядом с загонами для животных.